Здоровье. Я Светлана Кширенкова. Сегодня буду не одна. С радостью представлю нашего эксперта. 20 лет стажа в области здоровья и красоты. Для вас сегодня будет рассказывать как раз о вашем здоровье Василий Репин. Василий, здравствуйте. Спасибо за такое представление. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня я расскажу вам о уникальном продукте, который поможет нам с вами оздоровить наш организм, и сердце, и печень, так называемый глоток жизни света. Перво-наперво очистить наш организм от ядов, токсинов и шлаков, которые так и норовят через кровь отравить и сбить работу наших внутренних органов. И сегодня, благодаря этому уникальнейшему продукту, между прочим, имеющий патент на изобретение, российское качество, аналогов в мире нет. Дипломы, сертификаты подтверждают то, что этот продукт работает. Дождитесь, пожалуйста, несколько секунд, и оператор покажет вам эти высокие награды, которые заслужил этот продукт уверенными шагами, идущий по планете и в Европе, и в Америке, и, конечно, у нас в России. Посмотрите, это сибирская клетчатка. Вот они, высокие дипломы 2016 года. 2002 года, позволю себе повторить, что более чем 16 лет известна сибирская клетчатка. Итак, сердце – это наш насос, от которого зависит работа, ну и хорошее самочувствие всего нашего организма. Для того, чтобы сердце было здорово, в клетчатке, которая призвана перво-наперво очищать наш с вами организм ядов, токсинов и шлаков, которые накопились у нас в кишечнике, он еще благодаря вакуумному экстрагированию богат полезными компонентами, экстрактами трав, ягод и фруктов, которые полезны для сердечной мышцы. Итак, первый этап – это очищение, то есть детоксикация от организма. Мягко, бережно, деликатно, аккуратно, как губка, и при этом очень эффективно, потому что все полезные вещества, минералы остаются в нашем организме. То есть в результате вы почистите свой организм, почистите свои сосуды и, соответственно, похудеете, приятный обус, всего лишь навсего, используя 2 чайных ложки на стакан жидкости. Вода, сок, йогурт, кисломолочные продукты. Пожалуйста, на здоровье. Ну что же, пожалуйста, на здоровье. Забирайте сразу 7 упаковок такой сибирской клетчатки для расщепления всех моментов в районе сердца, чтобы оно билось действительно с вами в такт. Это целый полный курс, друзья, и он сегодня вам достается по самой выгодной цене 1299 рублей. Кстати, 1100 рублей вы экономите, мои очаровательные. Поэтому торопитесь забрать полноценный курс и сделать так, чтобы сегодня ваше сердце билось вместе с вами. Василий, в каком возрасте надо начинать уже применять клетчатку? В любом. Антон Черников, бессменный лидер производства сибирской клетчатки, говорил о том, что его 3-летняя дочь, сейчас она уже взрослая девушка, дама, всегда пила клетчатку и запивала ее простой водой. Но коль мы с вами находимся в золотом возрасте, вот этот наш следующий продукт, я тоже себя отношу в полной вере к золотому возрасту. Это 40+, 50+, мне скоро 53 года. Я уже, поверьте, в районе 10 лет, по-моему, если быть точным, 8 лет, пью за 20 минут с утра клетчатку. Потому что, Света, для жизни, мы с вами знаем, нам нужно 4 основных компонента. Это вода, это белки, это жиры, это углеводы. А вот о пятом компоненте, о ее величестве клетчатки, мы, к сожалению, забываем. Ежедневная суточная норма 30-40 грамм, мы недополучаем клетчатки в организме. Вот этот комплект «Золотой возраст», да плюс «Сердечный друг», этот полноценный курс замечательно поможет вам почистить свой организм. Во-первых, это первый этап из кишечника, ведь кишечник, Света, называют еще вторым сердцем. Ого. Вторым сердцем человека. Организм в организме своеобразный, конечно же, он должен быть у нас в порядке. Вот этот золотой возраст поможет вам повысить свой иммунитет, чтобы мы реже болели, реже ходили по врачам, реже принимали какие-то химические препараты, а коль так скоро происходит, улучшается зрение, улучшается память, улучшается обмен веществ, это важно. Улучшите свой возраст, выглядите намного моложе и станьте намного активнее с помощью сибирской клетчатки «Золотой возраст». 7 упаковок вы получаете
покупаете в самой выгодной цене 1299 рублей. Девочки, успейте сделать свой заказ, потому что в каждом эфире предложение в ограниченном количестве. Но сегодня день уникален тем, что у нас начало нового месяца. И в этот новый месяц мы хотим вам предложить целый готовый комплекс, дорогие друзья. Еще с большей выгодой, ну и, конечно же, с подарками. Сибирская клетчатка, здоровое сердце 14 в одном. Сразу 7 упаковок сердечного друга. Сразу 7 упаковок золотого возраста. Все это за 1999 рублей. Внимание, если вы заказываете в этом прямом эфире, друзья, вот этот целый набор, вы к этому набору получаете в подарок масло чиа. А если набираете до суммы 2990 рублей, вы получаете бесплатную доставку и вы получаете чай «Стоп Аппетит» также в подарок от телеканала «Шоп-н-Шоу». Ровно год сибирская клетчатка в эфирах телеканала «Шоп-н-Шоу». Василий, ровно год, не все знают, что такое сибирская клетчатка, что это за бренд, давайте разбираться и рассказывать всем. Всемирно известная российская компания «Сибирская клетчатка», город Томск, друзья, это Сибирь. Посмотрите, более 16 лет производит уникальные продукты для очищения нашего организма, для здоровья нашего организма и суставов, и сердца, и печени. И помогает вам похудеть правильно, используя только натуральные, подчеркиваю, сибирские компоненты. Экология там, к счастью, не нарушена, друзья. Поэтому, благодаря вакуумному экстрагированию, клетчатка насыщена экстрактами трав, ягод и лекарственных растений. Ну, а Василий, давайте разбираться вообще, чем же популярна клетчатка именно в нашем организме, и зачем она вообще нужна нашему организму? А давайте-ка с вами разберемся и посмотрим на экран. Света, посмотри, вот это наш желудок. Что мы любим с утра? Пельмешки, ну, конечно же, да, ведь тоже из Сибири насыщаем. Давайте, желудок наш, видите, очень хорошо набивает. Надо. Очень хорошо, в кавычках. Вкусно, да, полезно, разберемся дальше. Обезжаренной картошечки, как бы... обойтись-то, да? А ведь это ж холестерин, все с нами знаем, но хочется, хочется, и мы бросаем это в свой желудок вкусно. Ну а хлебушек, конечно, тосты, да, поджаренный, ароматный. Ну-ка, дрожжи, сейчас это все начнет бродить, пока все Света откладывается. Ой, как вкусненько, можно еще кусочек. Ой, ну а как же сладенького, конечно же, сладенького очень хорошо, да, вот сейчас вот, очень хорошо, просто наелись. А что это у вас, сушки? Ну, конечно же, давайте с чайком перекусы похрустим, погрызем, поболтаем, не замечаем, как все это у нас скопилось в желудке. Лимонадика, газировочки попить. Ну вот теперь совсем просто идеально. Идеально? А вот теперь посмотрите на эту картину. Вот это все в желудке, вот это скопище, другого слова не подберу, хранится в нашем желудке, начинает бродить, а там, где процесс брожения, там идет процесс и гниения. Вот откуда лишний холестерин. Вот откуда яды, токсины и шлаки, попадающие в кровь. Так что же сделать? Как это вывести из нашего организма, Хорошо, Василий? Что мы с вами знаем о пятом элементе, о ее величестве клетчатки. Света, посмотри, когда она попадает в желудок, она начинает у нас с вами увеличиваться в объеме. То есть мы с вами начинаем употреблять меньше пищи, друзья. А высококалорийные продукты, да не страшны, нам не хочется есть в таких количествах, а проходя уже через кишечник, видишь, Света, зеленым цветом, как губка, сорбент природный, клетчатка впитывает в себе яды, токсины и шлаки. Ну что такое, посмотрите, а полезные витамины остались в организме. Вот она, эта клетчатка, которая содержится у нас в овощах, фруктах, но мы не можем съесть столько количества. Я вам скажу, вот он, твердый математический знак равенства между вот этой корзиной фруктов и овощей и нашей сибирской клетчаткой. Девочки мои дорогие, позаботьтесь о себе, о своих мужьях, о своих родных и близких. Вот такую корзину мы с вами не сможем съесть в течение всего дня, но едя такую корзину, мы получаем самые натуральные и полезные компоненты, ту самую клетчатку, которая так необходима нашему с вами организму. Мы находим такие же натуральные компоненты сегодня вот в этих баночках, вот в этих упаковках. Целый комплекс «Сердечный друг» и «Золотой возраст» работают
на то, чтобы ваше сердце стучало, как мотор, всегда с вами, в ритме жизни, ну и плюс, чтобы ваш организм полностью очищался от всего вредного. Забирая такой комплекс за 1999 рублей, вы в подарок получаете масло чиа. Добирает до бесплатной доставки, она сегодня от 2990 рублей, вы получаете чай «Стоп аппетит» в подарок от телеканала «Shop & Show». Давайте с вами посмотрим, что такое дневная норма клетчатки для вашей корзины. Это вот она, вся наша корзина. Во-первых, это очень затратно, если честно. Это достаточно это дорого, правда, друзья. Во-вторых, мы не всегда это сможем с вами съесть. Сибирская клетчатка и есть натуральная клетчатка. И вот она, корзина вашего здоровья появляется в вашем доме, заменяет вам эти овощи. Друзья, мы также можем продолжать есть вот эту самую корзину овощей. Она тяжелая, если честно, мы все с вами съесть не сможем. Уникальная возможность забрать для себя сибирскую клетчатку «Золотой возраст» и «Сердечный друг», заменить вот эти натуральные компоненты на эти натуральные компоненты и получать живой, здоровый организм. Ваш организм будет работать как самый лучший механизм швейцарских часов. 1999 рублей, масло чиа в подарок. При заказе на бесплатную доставку вы получаете «Стоп аппетит». Василий, давайте разбираться. Кому можно, какие есть противопоказания и как принимать сибирскую клетчатку? Итак, можно всем. Я еще раз напомню вкратце историю, когда Антон Черников, бессменный лидер сибирской клетчатки этого производства, когда у нее была дочь маленькая, сейчас она взрослая 3 года, употребляла эту клетчатку, кстати, вместе с водой. Ответил на первый вопрос. Второй вопрос. Противопоказания. Знаете, я бы не рекомендовал употреблять открытая форма язвы желудка и 12-перстной кишки. Всем остальным, конечно же, рекомендую настоятельно. И теперь, как правильно его принять? Самый главный вопрос. Вот смотри, я держу стакан, подержи, так, пожалуйста. Держу. С любым питьевым продуктом, но самое главное, вот она основа, клетчатка натуральная. Так, раз, две чайные ложечки. Две чайные ложечки. Готово. Я привык уже 8 лет к воде, я заливаю водой. Так. А с чем еще можно, не знаю, в суп добавлять детям, допустим? Можно в соком, можно с йогуртом, можно в кашу. Вот так вот размешиваем. Она не растворяется, потому что это оболочка пшеничного зерна. Посмотрите, сейчас вот покажу вам красиво, чтобы было видно. Вот так вот, да? Так. Вот сейчас мы как мы это помешаем дело. Посмотрите, она потом как губка все из организма выведет, из кишечника, яды, токсины и шлаки. За 20 минут до еды вырабатываете полезную привычку и просто-напросто пьете ваше здоровье. За ваше здоровье! Это невероятно просто и быстро. Невероятно просто и быстро мы можем оздоровить наш с вами организм и вывести из него все шлаки. Давай тебе сделаем. Ведь за этот год, пока сибирская клетчатка презентовывается на нашем телеканале, мы помогли оздоровиться сотни женщинам, сотни мужчинам. И каждый эфир к нам дозваниваются люди и оставляют свои отзывы. И говорят о том, что они избрасывают вес, лишний вес за счет сибирской клетчатки и оздоравливают свой организм. Что сердце начинает биться именно так, как оно должно биться. Что все работает как хороший механизм, дорогие дамы. Что все действительно налаживается. Как это здорово в 65, в 75 чувствовать себя как в 25 и активно бегать. Я тебе сделал соком. Спасибо. На здоровье. А, Василий, я выпью обязательно, хочу у вас спросить, так, почему набор называется весь «Здоровое сердце» именно? Здоровое сердце, друзья, когда начинает у нас в основном шалить сердце, ну, возьмем так по максимуму клиническую картину, тогда, когда у нас мы вступаем в золотой возраст, 30, 40, 50+, мне 53 года скоро, нет-нет, да и какие-то сбои, что-то за грудиной, не знаю, невроз, это не, может не в растении, как-то покалывает, друзья, не хочется этого, конечно, принимаю лекарства, если врач назначил, принимайте в обязательном порядке, но знаете одно, когда сердце недополучает кислород, когда сосудики сужены из-за того, что там есть холестериновые бляшки, то есть откладывается нежелательный холестерин, мы с вами всегда помним о том, что клетчатка, попадая в наш организм, мало того, что начинает увеличиваться в размере в желудке, но далее в области желчного пузыря она способна сорбировать, то есть вбирать в себя лишний светохолестерин. Отсюда вот эта клетчатка, здоровое сердце,
убирает излишний холестерин, который не откладывается на стенках наших сосудов. А холестерин есть не что иное, как неправильное наше с вами питание. Еще раз скажем, вот они, любимые всеми наши пельмешки. Мы просто складируем вот это наш желудок, я вам показываю, что там находится. Пельмени раз. Ну а как же картошечка жареная, с пылу, с жара, поешь, дорогой. Внучек или ребенок, или сами любим. Ну действительно, правда, вкусно. Ну что там греха таить. Но все это у нас в желудке. Все это, вы видите, канцерогены. Дальше хлеб толстый, жареный, ароматный, тепленький, тоже пахнет, хочется, и мы это едим. Ешьте, ешьте, но знаете, что потом будет происходить? А, забыли про сладкое, Света, ну как Ой, же я так? Люблю, ну, конечно, после еды сладеньким заесть. Ну а кто же не любит-то о сушке поговорить, о соседях, на работе поговорить? Вот они, сушечки, пошли, пошли, пошли. Как хорошо хрустят на зубах. А все это в желудке. Вот он на желудок. Что забыли? А потом еще газировочки попить или чаевочки, ну, чайку попить, газировки. Вот оно. Кто любит какую? Я такую, я такую. Вот вам показываем, вот наш желудок, какие процессы ну, там так происходят. Себе, знаете, процессы. Картина немалоприятная, скажем, совершенно точно. И вот это все, я назову, возьму это слово «все», хранится у нас в желудке 3 дня. Начинаются процессы брожения. Там, где брожение, начинаются процессы гниения. А вот она, здоровая еда, правильная. Фрукты, яблоки, апельсины, киви, с клетчатки. В картофеле есть клетчатки, в кураге. Но мы не в состоянии с вами съесть эту корзину овощей и фруктов. Так давайте так пару ложечек перед обедом, перед ужином, перед завтраком, за 20 минут до еды. Будем насыщать свой желудок, она там увеличивается, клетчатка в размере, чтобы меньше хотеть есть, меньше не было перекусов. И дальше, попадая в кишечник, чистить кишечник от ядов, токсинов и шлаков. Кишечник – это второе наше сердце. К чему клоню? Его надо беречь. О нем надо заботиться. Ведь яды, токсины и шлаки через кишечник куда попадают? В кровь. Да. А кровь разносит весь этот негатив, все эти токсины по нашему организму. Отсюда страдает печень, страдают почки. Много чего страдает. Мы с вами хандрим. И, конечно же, сосуды. Как у нашей Светланы, у нашей гости, которая сейчас расскажет свою историю. Пожалуйста, что было, что стало? Слушаем да, вас. Да, да. У меня в моем золотом возрасте была приобретена такое заболевание, как вегетососудистая дистония. Это страшное заболевание. На свет не могла реагировать, никакие звуки, вернее, все звуки раздражали, и ну, я себя довела до такой степени, что муж меня, не сама я пошла к врачу, а повел меня он к врачу. Вот. Врач посмотрел, сделали диагностику, ну, определили это заболевание, полечилась немножко медикаментозными, конечно, средствами, и мне такой врач хороший попался, что он посоветовал пропить вот этот вот курс. Правильно. Да, клетчатки сибирской. Ну, что делать? Тут уже на все пойдешь, думаешь, а вдруг поможет, вдруг уже вот, ну, как бы так будет еще лучше. И я стала пить. И вы знаете, мои сосуды, вот когда мне сказали, что они истончились до такой степени, что это ну, что-то страшное, да их еще, они еще были забиты, вот, они у меня прочистились. То есть я сейчас чувствую себя как 30-летняя девушка. То есть не золотой возраст, у меня предзолотой, наверное, возраст. И я настолько довольна этим средством, что я уже пропиваю второй курс. И все мои близкие, они тоже к этому подсели. Давайте покажем, как вы это делаете, Светлана. Я это делаю 2 ложки. Так, верно. Я заливаю, ну, сейчас я соком, а вообще, если хотите такой секретик, кефиром, можно похудеть на этом. Ну, вообще вот. Клетчатка выводит все, и организм да, начинает да. Я с кефиром, чтобы, ну, мне так поддерживается, как бы, мой вес хороший такой, да. Вот, и вкусно все. Ну, соком тоже хорошо, с водой. И это натощак, 3 раза в день. Это здорово, когда ты видишь результаты и видишь, что целый год сибирская клетчатка представлена на телеканале Шопеншоу. За этот год она помогла миллионам и мужчин, и женщин сегодня полностью оздоровить свой организм. Мы не говорим, что это лекарство, друзья. Мы говорим о том, что у вас есть шанс очистить свой организм от всего ненужного, от этих шлаков, то, что у нас с вами застаивается. Мы никак пробкой не можем это выбить. Клетчатка выбивает все как пробкой. Вы начинаете жить, двигаться,
по-другому совершенно. Василий, ну смотрите, да. Мы говорим о том, что у нас есть там яблочки, помидорки, да, вот эта клетчатка. Понятно, что у них в составе есть, что в наших баночках в составе, что мы ставим такой знак равно между. Спасибо за вопрос, Света, он понятен. Во-первых, клетчатка – это оболочка пшеничного зерна, который не переваривается в нашем организме, друзья. Но благодаря технологии, запатентованной вакуумного экстрагирования, например, в сибирскую клетчатку сердечный друг входит боярышник. Видно сейчас, я не знаю, оператор, хорошо я повернул, да? То есть боярышник, шиповник, пустырник, грибчага, кипрей, клевер, девисил и корень левзея, друзья. Все это сами вы видите. Я читаю, а вы видите, сейчас я вам покажу. Вот это исключительно натуральный состав. И я подчеркну еще, что это не просто травы, да, российские. Но посмотрите, ни одной буковки Е здесь нет, да? То есть какие-то добавки, какие-то генно-модифицированные продукты, они здесь отсутствуют на. Только натуральный состав, только из Сибири. Это город Томск, где экология не нарушена. Вот это идет в основном, Света, дикорастущее все, то есть собирают люди. Это все изготавливается на фабрике, то есть это фабричное производство, запатентованные технологии. Еще раз скажу, боярышник, шиповник, пустырник, кипрей, грибчага, клевер благотворно влияют на наше сердце и сосуды, помимо самой клетчатки. Вы знаете, я понимаю, что сегодня отличный день, чтобы начать свою новую жизнь. Во-первых, начало нового месяца. Мы всегда начинаем с какого-то начала. Начните и вы сегодня именно свою яркую, счастливую жизнь и продлите ее на несколько лет еще вперед. Друзья, это очень приятно, когда ты понимаешь, что сибирскую клетчатку ты выпиваешь 3 раза в день и понимаешь, как твой организм очищается. Давайте с вами вспомним старый механизм часов. Мы все время туда подливаем какое-то масло, чтобы он вновь завелся, чтобы эти часы, эта кукушка начала вновь куковать. Друзья, сегодня наш организм будет себя вести как настоящий, не знаю, драгоценный механизм часов швейцарский, которые никогда не ломаются. Вы хотите так же, друзья? Тогда звоните прямо сейчас, заказывайте сибирскую клетчатку «Здоровое сердце» 14 в 1. Вы получаете сразу 14 упаковок, 7 упаковок сердечного друга и 7 упаковок золотого возраста. Можете заказать по отдельности, но друг с другом эти составляющие дарят вам в 2 раза больше здоровье. Цена бестселлера 1999 рублей. И подарки, все подробности уточняйте у операторов колл-центра. Василий, да, какие же свойства у сибирской клетчатки? Давайте посмотрим, какие свойства. Во-первых, снижает содержание холестерина в нашей крови. Дальше, выводит токсичные вещества из организма, как губка, мягко, бережно, аккуратно. Предотвращает развитие негативных процессов, в том числе диабета, поскольку в толстой кишке клетчатка способна впитывать сахар, который не задерживался в нашем организме. Активизирует пищеварительные ферменты в кишечнике. Это важно, чтобы не было запоров, чтобы не было метеоризма, вздутия живота. И как следствие, клетчатка, такой очень приятный бонус, способствует похудению. Вот на ваших экранах ее величество клетчатка. Важнейший 5-й элемент в нашем рационе. Знаем воду, белки, жиры, углеводы. Теперь знаем клетчатку, которая ежедневно необходима для здоровой, прекрасной работы нашего с вами организма. Посмотрите, в данном случае сердечный друг клетчатка богата боярышником, шиповником, пустырником, кипреем, грибом чага, клевером, девисилом, корнем левзея, то есть теми компонентами, которые благотворно действуют и на наши сосуды, и на нашу сердечную мышцу. А применять ее просто. 2 чайных ложечки на стакан, будь то вода, будь то сок, будь то кефир, йогурт, добавляйте в каши, добавляйте в первое блюдо, размешивайте. Знаете, что клетчатка – это оболочка пшеничного зерна, то есть она не переваривается в нашем организме, но великолепно очищает наш кишечник, где у нас и скапливают с течением времени, хотим мы того или нет, яды, токсины и шлаки, которые через кровь отравляют наш организм и наши внутренние органы. Когда плохо организму, когда больно, когда есть дискомфорт, возьмите за правило. Полезную привычку, я еще расскажу, практически уже 8 лет своей жизни я каждое утро начинаю со стакана, во-первых, воды, а потом, конечно же, клетчатка. Ну что же, сибирская клетчатка «Здоровое сердце» 14 в 1. Сегодня для вас в цене 1999 рублей. Будьте здоровы! Всемирно известный российский бренд «Сибирская клетчатка», которая уже в течение года
года на телеканале Шопеншоу дарит действительно здоровье нашим телезрителям. Миллионы полученных положительных именно отзывов о том, как они благодарны сегодня за то, что сибирская клетчатка появлялась у нас. Василий, напомните, что за бренд, потому что многие присоединяются только что. Всемирно известен в Европе, известен в Америке, имеет самые высокие награды, самые высокие дипломы, они на ваших экранах. Я напомню, что производство Россия, этот город Томск, это Сибирь. Вот с 2002 года мы видим высокую награду. Диплом видим 2016 года получен. То есть он это подтверждает то, о чем мы с вами говорим, о заявленных свойствах этой клетчатки. Во-первых, очищать наш с вами организм, в частности кишечник, который, неустанно это повторять, является вторым сердцем нашего организма. Как вторым сердцем, да? То есть важной частью, важной составляющей. Вот почему такое сравнение. Я себе позволяю второе сердце в нашем организме. Это кишечник, который должен, Света, все верно говоришь, работать как часы. То есть часы, как, чтобы хорошо пошли, мастер сначала очищает, друзья, и смазывает. Так вот, очищает наш организм клетчатка, а подпитывают те витамины, те питательные лекарственные травы, которые благодаря вакуумному экстрагированию входят в сибирскую клетчатку. Василий, но мы знаем все, что печень является самым очистительным органом нашего с вами организма. Это фильтр. Как воду фильтруем, да. Что если когда-то что-то с печенью происходит, хотя бы один механизм в печени работает не так, все, это самый такой орган, который заменить нельзя, пересадить нельзя. То есть если очаг поражения именно в печени, друзья, организм начинает погибать. Это же так, Василий? Организм отравляется, ведь это фильтр, друзья. Посмотрите, пожалуйста, что происходит. Я сейчас вам покажу на наглядном примере печень. Ну, например, цирроз печени. Здесь это видно, начинают клетки печени отмирать, друзья. Но общеизвестный факт, что клетки печени способны регенерироваться, то есть восстанавливаться. Нужно помочь снять нагрузку и помогать восстановить нашу печень. С помощью чего? Да с помощью, посмотрите, клетчатку, которую мы принимаем с вами ежедневно, один раз, два или три. И посмотрите, пройдет несколько месяцев, еще раз напомню, что клетки печени способны регенерироваться, то есть восстанавливаться, и мы видим с вами вот такую вот картину. Вот это мы с вами сделаем. Знаешь, с помощью чего, Света? С помощью клетчатки, которая называется «Здоровая печень». Название говорит само за себя. Ну что же, сибирская клетчатка «Здоровая печень». 7 упаковок вы вновь в наборе получаете в самый лучшей цене. Это наша цена телеканала Шопеншоу. 1299 рублей. Друзья, правда, предотвратите засорение фильтра вашего организма. Если с печенью что-то начинает происходить, ее надо очистить. Понятное дело, что надо обратиться к доктору. Конечно, мы не говорим, да, что это лекарство. Мы говорим о том, что это предотвратит заболевание вашей печени и поможет очистить ее, а значит очистится ваш организм. Ну что же, самым популярным сегодня продуктом является золотой возраст. А я не удивляюсь, я сам не ухожу. Давайте о нем пару слов скажем тоже. Итак, золотой возраст, друзья, в который я вступил, мне скоро 53 года. Нет-нет, где-то что-то заболеет, где-то что-то стрельнет, где-то что-то кольнет. А как не хочется, друзья. Я знаю одно, что мой организм из экологии неправильная. Неправильное у меня порой бывает питание, хочу того или нет. Я ем те же продукты, поверьте, что и вы. И посмотрите, какие там добавок, чего там только нет лишнего. Но хочется, но вкусненько, и уже как-то привыкли. Но наш организм к этому привыкнуть не может. Вот он и выказывает своими болями, своими похрустываниями где-то, ослабленным иммунитетом. Так вот, клетчатка «Золотой возраст» просто идеально подходит в этом случае. Помимо клетчатки сюда входят, послушай, Света, и сабельник, и хвощ, и спорыш, и корень лопуха, и багульник, и березовые почки, и корень солодки. И все это совместно, все это вкупе в «Золотом возрасте» помогает подольше нам оставаться здоровыми, чего нам с вами и хочется. А вот результат действия, давайте посмотрим на ваших экранах. Благодаря приему клетчатки снижается содержание в крови холестерина, токсичные вещества, такие как шлаки и яды, выходят из организма, предотвращается образование камней в желчном пузыре, предотвращается развитие сахарного диабета, поскольку в толстой кишечнике клетчатка способна забирать излишний сахар,
как-то способствует похудению, это уже понятно, потому что нам хочется меньше есть, потому что клетчатка, попадая в желудок, увеличивается в объеме, и мы меньше с вами перекусываем, меньше употребляем какие-то порции. Допустим, полная тарелка борща, нам достаточно сначала 3/4, принимаем клетчатку, половины порции нам достаточно, организм получает необходимые вещества и витамины. Сибирская клетчатка «Золотой возраст» нормализует вес, обмен веществ, улучшает работу вашего кишечника. Натуральнейший состав, натуральные травы, ягоды прямиком из Сибири попадают именно вот в эти упаковки сибирской клетчатки, дорогие друзья. 7 упаковок вы получаете сразу за 1299 рублей. Это самая выгодная цена, которая действует только во время прямого эфира для телеканалов Shop and Show. Здоровье Сибири в каждом колоске. Издавна считается и сейчас признано, что люди, которые живут в Сибири, самые здоровые, самые крепкие, потому что они потребляют столько клетчатки. Она у них растет на каждом поле, друзья. Мы не можем с вами каждый раз ехать в Сибирь, мы не можем с вами каждый раз съедать вот эту корзину за целый день. 2-3 раза в день употребляем вот такую клетчатку, и организм начинает у нас восстанавливаться как механизм. Ну что, друзья, но ведь у нас сегодня уникальный эфир, и ровно год сибирской клетчатки в прямых эфирах телеканала Shop and Show. Я предлагаю вам взять, забрать целый набор сразу из 14 упаковок. Сибирская клетчатка «Здоровая печень» и сибирская клетчатка «Золотой возраст». За 1999 рублей вы экономите просто невероятное количество денег. Это 2800 рублей. Забирая такой набор, вы получаете масло чая в подарок, добирая на бесплатную доставку, она сегодня снижена до 2990 рублей, вы получаете чай «Стоп аппетит» также в подарок. Все подробности уточняйте у операторов колл-центра. Ну что, Василий, будем разбираться, как весь этот набор будет работать и как сибирская клетчатка чистит наш организм. Зачем вообще его Давайте чистить? Давайте, поехали дальше. Посмотрите, вот это наш с вами желудок. Видите, что мы с вами любим? Ну, я тоже люблю. Я люблю пельмешки. А вы любите пельмешки? Посмотрите, здорово, ну вкусно. Кто-то любит жареные, да? Ну, конечно, знаем, что вредно, но ведь хочется. А если хочется, можно, ну, чуть-чуть. А добавочки можно? Конечно, можно. А это что у вас? Жареная картошечка. Ой, как пахнет. А можно? Да, конечно, на здоровье, да, только поджарила, садись, внучек, дорогой мой ребенок, сами любим поесть, а хлебушек лучше пожарить, конечно, вкусно, а я отломлю кусочек, нет, наверное, целый съем, вот эту, да, конечно, съем вот эту горбушечку, ой, очень хорошо, вот, спасибо, ну, теперь я точно сыт, как, а сладенького, да, пожалуйста, вам тортик, а это что, вафли шоколадные, ну, да, конечно, ну, теперь можно и поговорить, пообсуждать кого-то, прошедший день, сушки погрызем, похрустим сушками на здоровье, фу, кажется, на А запить можно? Можно, конечно, лимонад, вот он. Ой, как приятно, да, вкусно и правда пощипывает легко во рту. А теперь внимание, а что же происходит в нашем желудке? А происходит следующее. Идет процесс брожения. В этих продуктах есть дрожжи. Да плюс это все жареное. Да плюс порой бывает острое. И Света, вот эта картина в желудке 3 дня отравляет наш организм. Как это все влияет на наш организм, Василий? Начинаются, друзья, проблемы в первую очередь сердца. Мы сейчас говорим «золотой возраст», где-то боль за грудиной, я об этом говорил. Печень, разбирали наш природный фильтр. Начинает, посмотрите, отмирать клеточки, друзья. Здесь же у нас, вы видите, вот это желудок, посмотрите. Вот отсюда, друзья, у нас идет отрыжка. Он растягивается, увеличивается в объеме. Где отрыжка, это значит, у нас идет изжога уже, конечно же. Без гастрита не обойтись. И я сейчас вам покажу, а как же в этом случае работает клетчатка. Давайте с чего и начал. Сердце, поскольку идет очищение сосудов, то есть холестериновые бляшечки, она сорвается, сорбирует в желудке лишних, простите, сорбирует у нас в желчном пузыре лишний холестерин, и мы восстанавливаем наше сердечко, чтобы оно работало. Дальше с вами идем. Печень у нас, друзья, надо восстановить, клетки печени восстанавливаются, это доказано. Вот при приеме клетчатки мы с вами можем регенерировать клетки печени. Желудок, отрыжка, изжога, забудьте, потому что вы применяете клетчатку за 20 минут до еды натощак. Ну и кишечник, наш организм в организме, друзья, посмотрите, ему нужно помочь, нужно почистить. Вот так вот клетчаточка, проходя по всему пути, впитывает в себя яды, токсины и шлаки и выводит из нашего организма. И все это сибирская клетчатка.
Ну что, вы сегодня получаете уникальный набор. Василий, как же мы все-таки выводим все эти токсины, которые у нас образовываются? А давайте посмотрим. Итак, клетчатка поступила в желудочно-кишечный тракт. Она, посмотри, Света, увеличивалась в объеме. Соответственно, мы меньше хотим с вами есть. То есть меньше потребляем пищи, а тем более вредной. Хорошо это? Еще как. Просто великолепно. Длительное чувство насыщения. То есть высококалорийные продукты нам уже не хочется с вами есть. Дальше зеленым цветом показано, как словно губка клетчатка, проходя по всему кишечнику, забирает в себе яды, токсины и шлаки, но полезные для микрофлоры компоненты и бактерий оставляет. Вот еще исключительное качество сибирской клетчатки. Полезные витамины и минералы остаются в нашем с вами организме. А все ненужное уходит впрочь, потому что ее это все ненужное впитала в себя клетчатка и вывела из нашего организма. Нам стало значительно легче. Пусть вам всегда будет легко, жизнерадостно, и вы всегда будете чувствовать себя активной женщиной, активным мужчиной, и поможете своему организму очиститься от всего ненужного. Если вы за всю свою жизнь никогда еще не задумывались о том, как почистить свой кишечник, о том, сколько там всего накопилось, вот прямо сейчас подумайте об этом. Синяки под глазами – первые проблемы. Желтизна кожи, высыпание на нашем с вами лице, на теле, поташнивание, переедание каждый день влияет на срок вашей жизни. Хотите жить долго, счастливо и процветать? Сибирская клетчатка – залог вашего успеха и залог вашего здоровья. Целый набор. Смотрите, сюда входит 7 упаковок «Здоровая печень». Главный фильтр надо почистить, клетчаточка нам в этом поможет. Ну и, конечно же, «Золотой возраст». Также 7 упаковок, чтобы мы чистили полностью свой организм и восстанавливали все нарушения. К такому набору, заказывая его прямо сейчас, вы в подарок получаете масло «Чиа». Отбирая до бесплатной доставки, она сегодня снижена от 2990 рублей, вы получаете чай «Стоп аппетит» в подарок. Все подробности у операторов колл-центра. Мне очень приятно, Василий, сегодня говорить о том, что мы очищаем свой организм. Вы знаете, мне кажется, пора начать уже на самом деле еще с подросткового возраста и уже своим деткам и внукам давать такую клетчатку. Ну а некоторые даже в 65 и 85 не задумываются о том, что в их в организме за этот возраст накопилось. Давайте раскроем поподробнее золотой возраст, сегодня клетчатку, которая также у нас представлена. Ну, накопилось, никакого секрета нет. Накопились вредоносные бактерии, вирусы, какие-то грибки, то есть то, что мы называем ядами. Накопились какие-то токсины из-за нарушенной экологии, неправильной экологии, плохой экологии, скажем так. Нарушились из-за неправильного питания. И все это токсины и яды, которые находятся в толстом кишечнике, у нас в кишечнике, через кровь отравляют работу, сдают сбой наших внутренних органов. Вот почему я так акцентирую ваше внимание, дорогие наши телезрители, на клетчатке, которая называется «Золотой возраст». Ведь именно в этой поре, ведь «золотой» звучит прекрасно, происходят сбои и сердца. Мы с вами чувствуем более, например, колики в правом боку, это нарушение работы печени, желчного пузыря, друзья. Мы чувствуем порой в возрасте, люди знают, запоры, не принято говорить, но проблемы. Проблема есть, мы говорить будем. Все это отравляет наш с вами организм. Перво-наперво, не устану это повторять, сибирская клетчатка есть не что иное, как оболочка пшеничного зерна, не переваривается в нашем организме, абсорбирует, то есть впитывает в себя. Причем делает это, Света, мягко, бережно, аккуратно, так деликатно, что вы этого не почувствуете. Вы почувствуете лишь облегчение, когда весь этот скопившийся негатив выйдет прочь из вашего организма. К тому же уникальные сибирские травы, если я говорю о золотом возрасте, это чернослив, курага, топинамбур, виноградная косточка, сушеное яблоко, причем дикорастущее, помогает нам нормализовать работу наших внутренних органов. Ну что же, давайте улучшать в работу своих внутренних органов, и не устану повторять, что сколько бы вам сегодня ни было, никогда не поздно начать. И, друзья, нужно как можно раньше начинать принимать сибирскую клетчатку, чтобы с организмом было все в порядке, чтобы мы через 20, через 30 лет спустя смогли бегать, подниматься на самый высокий этаж пешком, жить без одышки, чтобы наши фильтры в виде печени работали на 100%, и чтобы наше сердце билось как самый дорогой механизм часов, друзья. Поэтому скорее забирайте для себя сибирскую
человеческую клетчатку, здоровая печень. Новинка в цене 1999 рублей, 2800 ваша экономия, масло чиа в подарок, стоп аппетит вы получаете в подарок при заказе на сумму 2990 рублей. Но к нам, как всегда, приходят гости. И я знаю, что у следующей нашей гости были как раз проблемы с невероятным с кишечником. А давайте послушаем, Елена Прекрасная, ваша история, пожалуйста, слушаем. Будьте внимательны. Да, проблемы у меня начались давно, так как я люблю и жирненькое, и солененькое, и жареное. И в какой-то момент я поняла, что у меня проблемы большие. Я обратилась к врачам, они мне назначили кучу лекарств. Я начала пить, у меня еще и желудок к этому присоединился, заболел. Я понимала, что мне нужно как-то сменить вот эту всю химию. И тогда мне Василий посоветовал натуральный продукт, я начала пить. И уже через месяц я забыла, где у меня желудок, где у меня печень, в каком или в правом или в левом боку. Продукт просто потрясающий. Я похудела, у меня появилась куча энергии. Я просто бегаю, летаю. Спасибо за совет вам. Да на здоровье вот по-другому и не ответишь, друзья. Посмотрите, и у вас также все наладится, как у нашей предыдущей гости Светланы, как у нашей нынешней гости, которая на ваших экранах, Лена, которая рассказала свою удивительную историю со счастливым, заметьте, концом. И это не сказка, это реальность, друзья. Это сибирская клетчатка. Ну что, друзья, давайте я еще раз вам напомню, если вы к нам только что присоединились, у вас просто уникальный набор сегодня получается для вашего оздоровления, очищения организма, а главное очищение главного фильтра, это печени. 7 упаковок вы получаете здоровая печень. В этом же наборе вы получаете 7 упаковок золотой возраст. Заказывая этот комплект прямо сейчас за 1999 рублей со скидкой в 2800, то есть скидка вам позволяет взять еще один комплект, вы получаете масло чиа в подарок. Скидка позволяет взять еще один, возьмите маме своей, бабушке, сестре, возьмите себе и своему мужу, как раз два комплекса. Получится бесплатная доставка в сумме 2990 рублей, и когда у вас эта сумма превысит заказ, вы получаете еще и чай «Стоп аппетит» подарок. Василий, ну вы знаете, что к нам с каждой минуты присоединяются все больше и больше новых телезрителей, конечно. Те, кто нас только что включает. Давайте им вообще напомним, как же так? Мы с помощью клетчатки выводим все, что, но как это накопилось в нашем с вами желудке? А давайте-ка обратим ваше внимание, на что мы часто внимания не обращаем. Вы любите пельмени, да, как люблю их я? Любим, а я люблю жареные. Да, пожалуйста, на здоровье, кушайте. Вот это наш желудок, насытились, но еще не до конца. А я люблю картошку. Со шкварочками. А кто ж ее не любит-то? И картошечка пошла. Очень вкусно, очень приятно. А добавочки можно? Ну, еще чуть-чуть, конечно, положите. Так, а что у нас еще? Тосты, хлебушек жареный. Что это за запах? Очень вкусно, приятно. Давайте, ну, чуть-чуть отломлю. Пожалуй, весь съем. Это все в нашем желудке. Это наш желудок, который мы с вами насыщаем вот этими продуктами. А сладенькое есть, но как же без сладкого встать из-за стола? Ну, конечно же, любим. Ну, а теперь можно и посудачить. Можно и сушечки похрустеть. Ну, что же, Света, мы в конце хотим, когда мы вот это все еще и запиваем газировкой, либо чаем. И посмотри, что это ваш кишечник. Как говорил древний философ, мы есть то, что мы с вами едим. Неужели мы вот это? Откуда прыщи? Откуда у нас какие-то пигментные пятна? Даже если вы вот так питаетесь, а, к сожалению, так, увы и ах, питается большинство из нас с вами, друзья, я тоже это все люблю. Но есть одно «но», друзья. Это сибирская клетчатка, которая способна вывести из организма яды, токсины и шлаки, благодаря своим удивительным природным свойствам очищать наш организм от негатива. Я назову сейчас то, что вы видите на своих экранах, живой глоток. Глоток здоровья, глоток очищения и пробуждения наших внутренних органов. И когда день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем мы принимаем с вами клетчатку, ведь в день надо съесть 30-40 грамм, а мы этого недополучаем, отсюда чаще болеем, отсюда понижен иммунитет, а благодаря сибирской клетчатке, вот этому пятому элементу, вода, белки, жиры, углеводы, пятый элемент клетчатка важнейший,
важнейший элемент в нашем организме. Я бы даже сказал, в дирижерскую палочку возьму, дирижер водой, белками, жирами и углеводами. Дирижер, то есть главный элемент в нашем организме, несет нам здоровье через очищение. Василий, давайте вообще вот признаемся честно, да, что бывает такое, что ты за целый день ни грамма не съедаешь, мне кажется, клетчатки. Ты не ешь овощи, ты не ешь фрукты. Ну, не знаю, ты все ешь жареное, вареное, да? Вот, ну, такое. А тут получается, если вы даже за день не съели ни грамм клетчатки, но выпили клетчатку сибирскую, друзья, у вас как раз будет та самая доза клетчатки, которая поможет вам выводить, конечно, все шлаки, безусловно, из вашего организма. У нас есть вопросы из колл-центра. Смотрите, не работает ли клетчатка как слабительная для нашего кишечника? Нет, уверяю вас, ни в коем случае. Клетчатка балансирует ваше пищеварение. Если у вас ослабление, есть диарея, она мягко вас крепит. Если, наоборот, запоры, она мягко расслабит, и каловые массы покинут ваш организм. Это хорошо. Отравления не будет. А смотрите, да, так. Но ведь все равно, да, мы выводим все из организма. Не, да, будет ли вместе с ненужными веществами для нашего организма выходить полезные как раз вещества? Исключено, доказано, поскольку клетчатка есть не что иное, как оболочка пшеничного зерна, не перевариваемая в нашем организме. Более 16 лет существует компания. Сертификаты на ваших экранах и золотые дипломы, множество наград свидетельствуют о том, что полезные вещества, минералы, полезные микрофлоры, в частности, в кишечнике, остается незатронутым на своих местах. А вот яды, а вот токсины, шлаки, вредоносные грибки покидают наш организм. Вы знаете, мы люди, мы так устроены, нам хочется всегда какой-нибудь гадости съесть, да, потому что она безумно вкусная. Но не можем мы без нее, не можем мы все время придерживаться здорового питания. Слушайте, я очень люблю какие-то, знаете, там иногда и фастфуд сходить, ну почему бы и нет, и позволить себе какие-нибудь хрустяшки, ту же самую газировку. Но ты понимаешь, что когда это все оседает в твоем организме, когда все эти токсины и шлаки попадает в твою кровь, организм начинает засыпать, он начинает внутри тебя просто-напросто погибать. Давайте сегодня разбудим организм, ведь клетчатка станет настоящим будильником пробуждения вашего организма. Вновь механизм заведется у нас, вновь сердце будет стучать как мотор, печень очищаться, дорогие друзья. Вспомните ту самую легкость, которая была в 20, 18, в 25, ее можно вернуть, всего лишь почистить организм, и это мягко. Мягкое действие на ваш организм сибирской клетчатки всемирного российского бренда, который уже один год представляет свою продукцию на телеканале Шопен Шоу. И за этот год мы удивительно оздоровили миллионы. Друзья, но еще легче нам становится от того, что мы это сегодня приобретаем со скидкой в 2800 рублей по самой лучшей цене 1999 рублей. И в честь того, что сибирская клетчатка ровно год презентуется на телеканале Шопен Шоу и помогает миллионам, мы дарим вам масло чая в подарок, если вы забираете прямо сейчас этот набор. Отбирая на сумму 2990 рублей, вы получаете чай «Стоп аппетит» и бесплатную доставку от телеканала «Шопен Шоу». Уникальный день, сразу целый готовый набор вы получаете, и вы оздоравливаетесь. Вы знаете, Василий, да, вот когда ведь нам 16-25, вот сейчас моему брату 16, так, да? Вот он, правда, он не задумывается на тему того, что с ним будет через 10, что с ним будет через 20 лет. Говоришь ему, не ешь чипсы, не ешь эти сухарики, не ходи в фастфуд, дома, да, бабушка наготовила вкуснятины. Но мы же знаем, что и дома мы можем наготовить с лишней каплей масла и так далее. И я вот понимаю, что не только, правда, для себя, не только для своего папы, мамы, бабушки такую сибирскую клетчатку надо взять, для молодого поколения тоже. Потому что у молодого поколения что? Сразу прыщи, высыпание на лице, плюс еще и ожирение. О, это проблема нашего 21 века. Фастфуд ни к чему хорошему не ведет. Клетчатка, важнейший элемент в нашем организме, способна сорбировать, вбирать в себя вредоносные вирусы и бактерии, которые хранятся нигде иначе, как во втором нашем сердце организме, то есть в кишечнике. Надо, чтобы кишечник, как и сердце наше, да и как и все внутренние органы, работал как часы, чтобы был чистым. Дома порядок наводим? Наводим. За собой следим, умываемся, расчесываемся. А что же внутри? Это снаружи. Внешние факторы, но говоря о внутренних факторах,
факторах, о том негативе, который собран в нашем кишечнике и через кровь отравляет наши органы внутренние, и печень, и почки, и сердце, и легкие, и так далее. Клетчатка способна сорбировать в себя весь этот негатив и выводить напрочь из организма, при этом не оставляя полезные бактерии, не нарушая микрофлору нашего с вами кишечника, как, к примеру, делают, например, антибиотики. Здесь это исключено. Клетчатка, друзья, это оболочка пшеничного зерна, которая не переваривается в нашем организме, но способна, как губка, мягко, бережно, аккуратно и деликатно очищать наш организм и, конечно, давать тот положительный результат, который, поверьте, не заставит себя ждать. Вы знаете, я сейчас поняла хороший пример. Мы же и ванную, и туалетную комнату, мы же ее очищаем ее разными, да, химическими средствами, очищаем, да? Чтобы не было налета. Да. Очистите вы сегодня свой организм. Изнутри. Только вы очистите его натуральными компонентами. Здесь 0% химии, натуральные травы, натуральные ягоды, натуральное пшено, которое очищает ваш организм, действительно, как губка, как тот самый ёршик, и все ненужное выводит. Кстати, через какой период мы уже добьемся первых результатов, Василий? Первый результат, ну смотри, о чем мы с вами говорим. Если человек страдает запором и метеоризмом, на первой же неделе. Так, ну а вот чтобы очистить печень, там сердце уже тоже у нас начало работать, как от месяца мотор. До двух. Так, понятно. Ну, то есть, такой набор у нас где-то как минимум на полгода, друзья. Совершенно верно. Через полгода вы станете полностью здоровым, очищенным человеком. Ну, помните, сегодня у нас не только в прямом эфире действуют суперакции и подарки, также эти акции и подарки вы можете увидеть на сайте телеканала shopandshow.ru. Заходите туда, делайте свои лучшие заказы, допустим, специальное предложение дня. Сегодня на сайте действует акция 15% скидки на любые платья. Оформляйте в заказ, добавляйте свою корзину, вводите в поле специальный промокод P1.